Ого, мы не жалеем сливок, нам не жалко. Ну, конечно, чтобы было питательно и очень-очень вкусно. Так, хорошо. Этого достаточно. Вторую. Так, держи. Что? А вторую? Так у нас миксер номер один, два и три. Три, но у нас было три миксера, там больше. Все будут пробовать это мороженое, конечно. Миксер у нас приготовят. Давай громче музыку, поехали. Сыпем сливки. Все уже по известным технологии. Заливаем молоко. Александр, ну давайте же продемонстрируйте нам свою дюжую силу. Отлично, зеленое мороженое у тебя получается. Супер, молодец, самый веселый миксер у нас. Отлично, ну еще аплодисменты нашему веселому миксеру. Отлично, оставляй. Так, аплодисменты, молодец, браво, у тебя супер. Мы сразу будем отсюда потихоньку убирать. Так, хорошо. Мармелад я тоже убираю, да, ребят? Нет, оставляй. Потом добавим мармелад. Ребят, знаете, что мы забыли? Мы же все забыли. Сахар! Сахарочек забыли. Ой, вот так, так, перекидывай мне назад. Вот так, отлично. Завяжи мне там все. Вот так. И вот сначала ватную чашку. Ну, почти, да, как водичка. Сейчас я вас с ним познакомлю. Друзья, отходите немножко подальше. Зачем такая? Черпать хочешь наливать? Черпать? Не, я прям сюда налью. Так, ну что, сейчас я вас познакомлю с жидким азотом. Все спрятали ручки назад. Все спрятали? Они, сейчас я поближе вам поднесу эту водичку волшебную, которая испаряется просто у вас на глазах. Она очень-очень холодная, минус 193 градуса. Такой температуры нигде не бывает. Воздуха температуры никогда не бывает такой. Отойдите подальше, пожалуйста. Ну что, но его можно, друзья, я поднесу вам, можно немножечко подуть. Хорошо? Давайте. Да, вот так. Оставим с вами на опыты, которые будем проводить и показывать, насколько силен наш жидкий азот. А эту чашечку возьмем и будем сюда наливать сейчас еще жидкий азот и опускать, потом замораживать наше мороженое, чтобы потом его скушать. Итак, сейчас я вам покажу, как готовится наше мороженое. Внимание, друзья, все ножки убрали. Ножки убрали.
Конечно, похоже. Это только первый раз мы залили. Нам нужно будет 3 раза так повторить, чтобы оно было холодное-холодное и самое настоящее, и самое вкусное. Да, ребят? Хорошо. А пока оно понемножечку у нас с вами замораживается, друзья, я покажу вам, что может делать наш жидкий озон с нашим китайским карри. Давайте посмотрим, что с ним произойдет, если мы его опустим в жидкий озон. Ну что, посмотрим, ребят? Лопнет? Только лопнет, как кто-то дуется. Давайте посмотрим. 1, 2, 3, поехали! И жидкий озон начинает потихонечку его поедать, друзья. Что происходит с шариком? Скукаживается. Отлично, так. Правильно. А что внутри нашего шарика находится? Воздух. А какой воздух? Пёшку. А сейчас мы его будем потихоньку согревать и посмотрим, что с ним будет теперь происходить. Она превращается в большого китайского друга. Сейчас мы его разогреем немножечко. Ну все. А, знаешь что, смотри, сейчас я же... Подожди, у меня есть волшебник, я немножко оставил еще. Смотри, вот так вот краям наливаем. Еще побольше мороженого делаем, вот так краям все продемонстрируем. Оставь, она сейчас чуть потает, и все, давай. Отлично. Итак. Все отошли назад, сделали 2 шага назад. Итак, считаем до 3. 1, 2, 3. Ого! Ну что, стрижем? 1, 2, 3. Целый, целёхенький, самые лучшие волосы. Ну вот здорово, становись за полосу. Герой нравится. Будешь мистер не замерзайка, хорошо? Давай делай вот так 5. Шажок назад сделали, 7 шагов назад. Растопыть пальчик. Вот так, отлично. Все, шикарно. Держи, не бойся. Все под контролем. Если рука заморозится, отвалится, ничего так. Не бойся, Илья, не бойся. Я не бойся. Боишься? Не бойся, да? Илья, не бойся. Вот так сделай, вот так. Вот так, да. Итак, на ваших глазах рождается новый супергерой Незамерзайка. Вау. Как? Ну что, замерзла рука? Нет. Не отвалилась? Щиплет немного.